Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня у нас упражнение на координацию, на вестибулярный аппарат и на удар. Смотрите, пробуйте, наслаждайтесь. Раз! Назад. Раз! Ну что, тормозите. Готовы? Пять ударов бьете. Еще раз говорю, эти упражнения очень-очень емкие. Здесь помимо вестибулярки вашей, еще и навык удара отрабатывается. Ваша задача сосредоточиться. Приготовились? Раз! Еще раз, парни. Раз! Смотрите, у вас прикол какой. Вы стоите вот здесь. Резко разворачиваетесь, пять ударов вкладываете. Тоже по синхронной системе. Подушкам встаньте. Да, можете любые удары бить, какие захотите. Пофигу вообще. То есть у вас и слева направо, и справа налево. То есть в хаотичности. Единственное, чего мы должны добиться, это синхронности. Чтобы вы синхронно это делали. Не в разнобой, а по команде. Раз, вы крутитесь. Бам-бам-бам-бам-бам. Опять. Раз. Бам-бам-бам-бам-бам. Раз. Бам-бам-бам-бам-бам. Раз. Так, вот теперь послушайте. Сейчас бьете прям со всей силы. И смотрите, как вы сейчас делаете. Все на одном выдохе. Прям все, чтобы один выдох был и пять ударов. Приготовились? Раз! Сильнее бейте. Прям сильнее бейте. И раз! Раз! Вперед, кувырок назад. Вот с этого положения разворачиваетесь, бьете подушку. Опять кувырок. Вперед, кувырок назад, разворачиваетесь, бьете подушку. Раз! 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 Закончили. Да, теперь смотрите, ваша задача. Вы стоите лицом к подушке. На 360 градусов вы делаете прыжок с разворотом. И также 5 ударов. Раз! 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 Ваша задача, смотрите, вы должны стоять к подушке боком. Вот с этого положения. Разворачиваетесь резко и начинаете сразу с удара бить. То есть ваша задача вот так, смотрите. Раз, два, три, четыре, в эту сторону. Раз, два, три, четыре, в эту сторону. Раз, два, три, четыре, в эту сторону. Раз! 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 Закончили. Раз! 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 Вот такие простые упражнения превращают мальчишек в настоящих чемпионов. Поэтому, парни, подражайте, повторяйте, занимайтесь,
Бокс – это очень красивый, очень развивающий вид. Поэтому до новых встреч, добра, любви вам!